Когда Люля Андзюй выходит на ковер, все понимают, кто станет чемпионом. За всю жизнь 60-летний мастер ни разу не проиграл на соревнованиях. Это один из самых уважаемых кунг-фуистов в мире. Ученики мастера Лю не только выступают на крупных турнирах, но и работают на одной площадке с такими актерами, как Джет Ли, Джеки Чан. Кстати, уровень барнаульских кунг-фуистов господин Лю оценил высоко. Кунг-фуисты в Барнауле и в целом в России очень сильные, сильнее, чем спортсмены большинства стран. Но если сравнивать с китайскими кунг-фуистами, то у них, конечно, уровень уже выше, чем у спортсменов из России. Они просто находятся в разных условиях. Мастер Лю – почетный гость на третьем международном турнире кунг-фу «Путь дракона». Он скоро пройдет в Барнауле. В России соревнования такого уровня – большая редкость. Кунг-фуисты выступят в четырех направлениях – полноконтактные бои, борьба в стойке, выступления с оружием, бои на мечах. Все эти техники сейчас отрабатывают в школе кунг-фу Владимира Суркова. Я сам хотел бы полететь в Китай, потому что мне нравится их культура, ну, религия даже немного, но это так, это отдельно. А зачем вообще кунг-фу занимаешься? Чтобы быть сильным, чтобы за себя постоять, потом за маму. В турнире примут участие кунг-фуисты четырех стран – России, Китая, Казахстана и Кыргызстана. Всего более 400 человек. Даже маленькие дети, начиная от 4 лет, они уже выучили какие-то базовые движения, они выходят, показывают, получают свою первую, может быть, в жизни награду. И, соответственно, до тоже не ограничено, у нас будут выступать люди пожилого возраста за 70 лет. Свой путь дракона для кого-то начнется в это воскресенье, 22 декабря. Турнир памяти Брюса Ли пройдет в спортивном комплексе на Красноармейском 90А. Вход свободный. Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком.